Это одно из тех безумных изобретений, которые никогда не должны были появиться на свет. По факту, пилопушка представляет собой систему из газового баллона с механизмом запала и длинный металлический каркас, играющий роль дула. Под воздействием газовых паров вращающееся лезвие с острыми зубьями вылетает из дула, разрезая надвое все, что окажется у него на пути. Кадры экспериментов говорят о мощи этого примитивного орудия лучше любых словарей. Сложно представить себе ситуацию, в которой пригодилась бы это чудо-пушка. Но ясно одно, если в Финляндии случится локальный зомби-апокалипсис, у финнов есть чем сдержать орду живых мертвецов. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.